Мы с вами живем во времена, когда наступила великая жатва людей. Эволюционный отбор, запланированный Вселенной. И этот отбор осуществляется с помощью очень простого, но действенного инструмента – страха. А страх, в свою очередь, определяет, на каком уровне развития находится человек. Сейчас настало время выбора для каждого из вас. Планета стремительно преображается, на нее активно поступают энергии новой реальности. Поэтому сейчас сбрасываются все маски. Паразитарные силы уже не скрывают свои главные цели, но именно такие действия позволяют человеку проснуться и осознать, что никто не собирается его спасать, кроме него самого. Страх как мембрана, которая отделяет человека от осознания своей свободы и силы. В основе всех страхов человека лежит страх смерти. И когда человек перестает бояться смерти, то над ним больше ничто не властно. Он осознает свою силу и бесконечную свободу. И все, кто пытался его подавить или иметь над ним власть, отступают. У них нет контроля над человеком, который раскрыл свое сердце. Какой выбор вы сделаете? Для начала осознайте то, что с вами происходит. Если вы поддаетесь внешнему воздействию через страх, значит вы все еще находитесь в животном состоянии, нечеловеческом состоянии выживания. Через страх деструктивные силы нашли ваше слабое место, и они не отступят и будут подавлять вас до самого конца. Поэтому не стройте иллюзий о спасении, его не будет. Если вы боитесь, значит вы все еще не готовы для спасения. Никто не может спасти человека, кроме него самого. Его спасет только осознание своей внутренней силы, своей духовной зрелости. Мир стремительно становится другим. Силы тьмы делают отчаянное усилие, чтобы удержать контроль над человеком. Но их время уже уходит. В высоких вибрациях новой Земли им больше не выжить. Но трудно выжить и тем, кто до сих пор находится в рабском состоянии и в страхе цепляется за свою жизнь. Вам долгое время говорили, что вы просто люди. Вас так долго и старательно зомбировали, что вы поверили в иллюзию того, что вы обычные люди и больше никто. Но вы не просто люди. Вы гораздо больше. Ваше бесстрашие живет в вашей груди, и именно сейчас пришло время проявить его и отбросить все свои страхи. Времени больше не осталось. Жатва началась. Началось разделение на тех, кто вновь воспрянет человеком, и тех, кто умрет рабом. Так воспряньте же и наполните себя силой и достоинством. Почувствуйте в себе силу духа и изменяйте свою жизнь смело и решительно. Станьте человеком, каким вы родились и пришли сюда на Землю. Просто выберите стать этим. Сейчас все определяет ваш собственный выбор. И вам это под силу. Пробудитесь.